Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев, и сегодня я хочу показать вам ирландский ритуал, или друидский, или кельтский его еще можно назвать, с рунами Огом. Ритуал, как получить силу предсказателя. Что нам понадобится? Любой зеленой поверхности наносим черным цветом данные символы. Все видно, не надо писать, что ничего не видно. Видно все. Кто не видит, значит, вы не на своем канале находитесь. Все видно. Спираль рисуем по часовой стрелке. Дальше. Раскладываем камни кварца. 8 камней кварца тут. Всхождение, расхождение спирали. Белая свеча. Лучше выбрать тот день, когда у вас хорошее состояние. Никто вам не будет мешать. Дальше. И когда вы хотите получить силу и что-то мешает. Ставим кадильницу в центр. Тут у нас фимиам. Белая амелла. Ясень и листья дуба. Так, поджигаем. Не знаю, сейчас будет гореть. Вроде должно. Листья дуба хорошо должны гореть. Так, и читаем 6 раз заклинание. Анаил, Натрок, Утваса, Бетут, Духиел, Дьенве, Фаля, Фаля, Фалиус, Фалиус. Эльфин Тод, Двир, Сидин, Дав, Керигиар, Фелурик, Нвин, Осе, Сирет, Эхсафаэр, Ту, Феур, Элин. Мор, Некромбор, Лун. Читаем несколько раз и потом просим силы, чтобы они дали вам именно предсказательную энергию послали. Эта камера у меня глючит. Ждете, пока догорит фимиам. Все символы активируются и дадут вам поток, который вы просите от них получить. Главное все выполнить, потому что древние ритуалы, они всегда сильны, но графическая магия – это основа основ. Без графических печатей, без символов вы никого не призовете, никто не будет приходить и помогать вам. Потом все это стираем и убираем. Можете сделать поверхность такую, как у меня, то есть твердую, что потом постоянно делать ритуал, когда вам нужна сила предсказателя именно. Вот. Ничего сложного нет. Потом все это убирается, тушится, догорает, убираются камни и снова концентрируется энергия. Потом, когда она покинет вас, вы можете снова ее возобновить через определенное время. Всем удачи и успехов. С вами был Александр Пичев. Удачи. Удачи всем.